Нет-нет-нет. Нет-нет-нет. Кш-кш-кш. Нет-нет-нет. Нет-нет-нет. Хотя, да-да-да, здравствуйте, вы находитесь на канале Лосось, с вами я, Виктор, опять, а эта игра хоррор, типа того, это Банбан 7, не играл в другие части, без понятия вообще, что это вообще, ну, видел у Куплинова, только ладно, вот, поэтому попробуем, не знаю, посмотрим. Так, для родителей, ищущих своего пропавшего ребенка, время дело тонкое. Нажмите на часы, чтобы перевести время. Перевели. И еще раз перевели. Перевели. Опачки. Ну ладно. Куда-то перевели время. Так. У нас есть... пульт. А, точно, все вспомнил. Здесь надо дрона направлять. Так, встаньте сюда. Удерживайте shift. Удерживаю shift. Нажми левую кнопку мыши, чтобы использовать вашу игрушку. Нажми правую кнопку. Ну, она тут. Ну, все понятно. Все понятно. Ага. Так, подожди, значит, надо подлететь сюда. А потом вот сюда. Все правильно. Там какое-то шуршание, как будто бабочки летают. Так, подожди, я нажал на клавишу И. Ага. И сюда. Я нажал две клавиши. Тут же всего две. Ну-ка. Да давай, не это самое. Давай, лети. Понял. Ага. Я включил Scanning for... Не знаю, кто знает английский, переведет. Ну-ка, все, открыл у меня дверь. Нет! В смысле? Банбан Киндергартен. Господи, блядь. Такое хуй произнесешь, блядь. Задание было объявлено общий код. Бридж. Сотрудники должны посмотреть следующую информацию. Ой, диалоги громкие. Подождите. Диалоги. О. Так, знание, ваше оружие. Знание. Не будь случай 8 сильнее, быстрее и агрессивнее, чем вам кажется. Ага. Не пытайтесь бороться с случаем 8. Это ничем хорошим для вас не закончится. И помните, что в искореженном виде вы будете выглядеть не лучше, чем в офисе. Ну да, ну да. Шаг 2. Спрячься. Если вы подозреваете, что случай 8 преследует вас, найди ближайшее место, где можно спрятаться. Случай 8 очень подвижен и может атаковать с любого угла, в том числе и сверху. Проверил, нету. Создай как можно больше шума. Обратитесь в службу спасения. А где? При первых признаках присутствия случая 8 свяжитесь. Они будут немедленно отправлены к вам. Шаг 4. Пойми свои обязанности. Безопасность случая 8 очень важна для нас. Если вы примете смертоносную силу против случая 8 в целях самообороны, вы будете обязаны выплатить нам компенсацию. В соответствии с договором. То есть, если мы повредим, команда рекультивации обычно справляется с нарушениями. Позвольте им разобраться. Вам рекомендуется работать в группах не менее 2 человек. Я вообще тут один. Сотрудник, которого вы выяснили, что пожертвовали жизнь своих коллег, чтобы спасти свою, будет жестоко наказано. Ха. Эгоизм – враг номер один в здоровой рабочей среде. На этом мы завершаем данное руководство по безопасности. Эгоизм, понимаете? Не забывайте следить за потолком. Да я слежу. Карточку дали. Не-не-не-не-не, я побежал. Давай. Я. Я. Мне же дали только что карточку.
Чего, бля? Мне ждали карточку, алё. Ай, блядь, нахуй, сука. Ебать, я пересрался только что. Ты чё пугаешь меня так? Ты хули меня так пугаешь, блядь? Сука, непредвиденные обстоятельства, стрёмные. Да вообще, да пиздец, блядь, я испугался, нахуй. Все, карточка есть. А мы ждали, пока там скример произойдет. Так. Фу, блядь, нахуй, тараканы. Пауки, тараканы, что это, я не знаю. Так, две комнаты. А мы можем прыгать? Да. Так. Ага. И куда? Ну давайте... Так, мы подобрали изоленту. Изолента. Я не знаю, зачем здесь нужна изолента. Бля, тараканов сколько, пиздец. У нас есть изолента. Richard Doors. А чё, и чё я этим открыл? Ничего, походу. Ничего. Ау, бля. А. И чего, и зачем? И зачем я его покатил? Я пока не понял, зачем я это делаю. Эта смесь остается безвредной. Ну, ладно. Так, у нас есть... У нас есть зажигалка, скотч. А это что такое там? Ну, наверху, по-моему, это вот этот черт в случае 8. Нет? Так. Блять, это что, взрыв будет сейчас, да? Нет? Или да? Это будет взрыв, не будет взрыв? Блять, бать, сука, блять, сколько здесь пауков. И? Взрыв-то будет? Я вообще не знаю, зачем нам это надо. Блять. Сука. Да, это случай. Е. Е. Что значит е, блядь? Е, бля. Нажмите е, чтобы перевоплотиться. Ну, я нажал. Алло. Сука, реагируй быстрее, блядь. О, поползли, поползли, ебать. Смотрите, сколько их много. Ебануться, бля. Так. Давайте еще раз. Я вообще не понял, короче. Не понял этого прикола. Я не понял прикола, вот как его... Как его повредить? Как его скинуть? Как его? Вообще, что с ним делать? Я понимаю, что вот тут мы правильно делаем, да? Вот тут вот так вот. Вот он появился. Он появился, это понятно, окей. Вот мы перекатили на другую сторону, подожди. Вот мы сделали, вот мы подожгли. Может, вот так надо сделать? Во, вот так, наверное, да? Он сейчас прыгнет на эту хуйню, а она взорвется.
Да, правильно же я думаю. Ну да, надо было перепрыгнуть. На нахуй, блядь. Ха-ха, понял, блядь, дурачок нахуй. Не на того нарвался нахуй, дурачок, блядь. Я правда не знаю, что это дало нам. Ну, наверное, что-то дало. А, ну мы сюда в комнату прошли, то есть мы нажали там, чтобы открыть тут. Ну ладно, пошли, пошли. Так, комната с виду красивая, не знаю. Оп, телек так. Кстати, где моя хуйня? Train offline, please contact main, maintain. Да, не понял. Я не могу про. Go and you will see. Иди и увидишь. Ну, я иду, чтобы что-то увидеть. Хочу что-то увидеть. Давайте увидим, что мы тут можем увидеть. Ну-ка. И что я тут должен увидеть? Coltrane. Ну, давай. Как будто бы мы перебрались на другую сторону. Там как будто кромешная темнота, и туда не надо идти. Пошли наверх. Не знаю, пошли наверх. Посмотрим, что наверху. Наверное, нам сюда. Я так думаю. Я не знаю, я эту игру вообще увидел только, блядь, один раз в жизни у Куплинова. Блять. А нам точно сюда, блять. Тут пришельцы мертвые лежат. Алло, блять. Там это, позвоните кому-нибудь. Они мертвые. Они висят. А ты на превьюшку пойдешь. Да? Ну-ка, вот так. Вот так. О! О, бля. Вот так вот, красивый на превьюшку пойдешь. Да? Да. Или ты. Бля, ну наверное нам сюда. Я побегу, блядь. Ага. Ага, вот тот чертил, наверное, нас убьет. Я так думаю. Ну-ка проверим. Он убьет нас? Ну, блядь. Сука, реально, блядь, нас убили. А почему... Кто-то плачет. Блять, а как пройти? А, это так и задумано? Это так задумано, реально? То есть нам реально было не пройти? На вас людей когда-нибудь станет легче смотреть. О, привет. Привет, ты кто такой? Такое ебало. Возьми ножницы. В данный момент вы можете считать себя невезучим, но я здесь, чтобы сказать вам, что вы на самом деле привилегированный человек. Поняли? Ты, вот ты именно, привилегированный человек, смог выиграть, смотрите. Привилегия быть частью моей операции. Ты умрешь как часть чего-то большего, чем ты сам, а не как неудачник. Это не ножницы, это молоток, дебил, блядь. Сколько раз я должен объяснять разницу между молотком и ножницами? Думаете, геваниум растет на деревьях? Вас превратят. Ебать, он его там пилит жестко вообще. Просто вот так вот. Без вазелина. Без вазелина его рубит. Вы поняли, да? Поняли, да? Поняли, о чем я? Блин, ну игра прикольная, если честно. Мне... Найди выход. Бля, я не могу уже... Оп, карта. О, вообще идеально. Вот так. Вот так идеально. Короче, наверное, вот такое выберу. Ну кто это? Ну что с тобой? Давай я... Этому пациенту нужно лекарство. Да что с тобой, малыш? Ну давай я тебе помогу. Сейчас все будет, блядь. Сейчас тебя, блядь... Я тебя вылечу, блядь.
Оставайся здесь, я тебя вылечу, брат. Блять, брат, я вернусь за тобой, блять. Отвечаю, я вернусь за тобой, брат. Ебать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не, давайте вы потерпите, сейчас дверь откроется. А, блять, сука. А, блять. Нажми N. Что это значит? Почему? А, E, N и D будет. N. То есть у меня что, 3 попытки? Сука, как же ты пугаешь, блять, это резко было, я испугался нахуй. Так, ладно, я понял. Я понял, что нам, наверное, не туда получается. А игра специально, вы поняли? Поняли, что она делает, игра? Она типа специально вот этим шумом, она говорит, нажми Е, тебе туда. Вот. Игра типа говорит, она специально тебя стучит и как будто бы... Так. У нас есть молоток. Молоток это уже хорошо. А может мы кого-то спасаем? Они слишком опасны, чтобы оставлять их. Бля, это... Мы рандомные вещи подбираем или что? Или что с этим не так? Если б я знал, я бы вам прочел, но так это не работает. И куда дальше? Подожди, мы подобрали молоток. Туда не пройти. Там стучат эти мужики. Вот тут вот, вовсю. Может, нам надо ударить этого чела? Нет. Бля, веревка. Что? И что нам с этим надо сделать? Веревка, молоток. Штука. Окей. Веревка, молоток, конфета. Как эти вещи соединить между собой? Так, подожди. А, игра сохранилась. Так, у нас есть веревка, молоток. А, чего? Чего, блядь? Чего, блядь? Как это пройти, блядь? Как? Сука, я не понимаю. Мой мозг просто пока не понимает, как это сделать. У нас есть молоток. Веревку мы применили. У нас есть конфета, блядь. Блядь, ну давайте попробуем пробежать, блядь. Нет. Нам не пробежать. Это значит явно нам не сюда. Ладно. Ладно. Хорошо. А куда? Куда, блядь? Найти выход, блядь. Я хочу найти выход, но куда? Хочу, может, полежать? Нет. Так, может дроидом надо, так?
Так. Так. Иди сюда. И вот туда. Ну-ка. Может, вот так? А почему он может прилететь, а я... Может, я что-то... Чего-то не замечаю? Ну-ка, ладно, пойдемте сюда. Ну, здесь тупик. Бля, чего я не... Бля, ну... Я пока не понимаю. Я не понимаю. Это очень как-то... Это слишком замудрено, замудрено даже для меня, блядь. Хоть я и не тупой, но я тупой, бля. Если вы быстрее меня разгадали, как это проходить, напишите в комментариях, напишите, что я тупой и что я делал не так. Может, я что-то не замечаю? Подождите, здесь есть? Нет. Может, я чего-то не замечаю просто на самом деле? Эти хуилы бьют. Бля, куда он ушел-то? Дрон, блядь, алло. Дрон, блядь. А куда дрон делся, блядь? Куда делся, блядь, мой дрон, нахуй? Ладно. Надо было просто перепрыгнуть, я понял. А дальше-то куда? Надо вот так открыть дверь было, так. Вы нарушаете первое правило пациента. Бля, я понял. Все, блять, я тупой. Надо было перепрыгнуть веревку, открыть и бежать. ЕНР. ЕНР. Не знаю, что такое. Я понял. Я понял, мне на это потребовалось слишком много времени, чтобы понять это. Ладно, я понял, я понял. Хорошо. Так, ладно. Перепрыгнули. Теперь. Вот так вот. Да блядь! Твою мать! Я же перепрыгнул. Енро. Йенра. Что значит Йенра? Это по буквам просто идет Йенра. Да-да-да-да-да-да, я понял, я понял. Я же перепрыгнул тебя. Давай. Бля, загрузка еще такая долго. Вот, бля. Да, бля, сука. Ну перепрыгнул же. На, перепрыгнул же я тебя. Ну как так? Ну с первого раза же я прыгаю, нормально все. Ладно. Вот. Вот как. Вот.
А почему? А! Не волнуйся, я хирург, дающий слово. Я не причиняю тебе вреда, но после того, как ты спас меня от твоего дела... Чего, блядь? При этом возможность стать волонтером для меня всегда будет доступна. Ты же меня не тронешь больше, блядь, я надеюсь. Я пришел уже смотреть эту возможность. В любом случае, у нас есть куда более важные дела. Следуйте за мной. Мой друг и твой друг ввели меня в курс дела, которое происходило на этажах. Они упомянули, что в деле замешаны любопытные родители. Знакомо? Нет. Слушайте, мне доверили последнюю часть скипетра, и я не собираюсь нарушать это доверие. И чтобы добиться этого, мне нужна твоя помощь. Ну, естественно. Посмотрите на разгром вокруг. Все это было сделано с помощью неполного скипетра за считанные секунды. А что это, блядь? Полный скипетр в руках. Да-да-да-ду. Это гарантированная смерть всех нас. Давайте сделаем так, чтобы до этого не дошло. Да я согласен. И удача может оказаться на нашей стороне. И все? Ты, блядь, заткнулся? И это все, блядь? Или мне еще... Полагаю, вы уже знакомы с этим зеленым образцом невероятного размера и силы, нарисованным на доске. Ха, красивый. Но я видел его. Оно напало на наш город несколько часов назад. Скорее всего, потому что он либо слишком напуган, чтобы оставаться в темноте, либо потому что озорники и сэр Дададу не оставляют его в покое. Как нам повезло, что на нас напали. Мой план состоит в том, чтобы захватить зеленую гориллу, использовать ее для борьбы с армией сэра Дададу и вернуть скипетр его законным владельцам. План неплохой. Проблема в том, что зеленая горилла исчезла после нападения, и с тех пор я пытаюсь ее найти. Он слишком тупой, чтобы силы Дададу сработали на нем, так что я не слишком беспокоюсь об этом. Хм. Осталось только найти это чудовище, заточить его и выпустить, когда придет время. Ну это да, согласен. О, как раз вспомнил, у меня есть то, что тебе нужно. Блядь, вообще. Ну давай, что у тебя есть? Давай посмотрим, что приготовили для нас мои помощники. Бля, сейчас опять скример будет нахуй, нет? Ебать, если ты скример мне подготовил, мразь, я тебя ухожу, шатаю, бля, понял? Ушатаю, бля. Представляю вам ремонт 2.0, название которое совершенно не случайно придумал. Бери, оно ваше. А о чем прикол? Я вижу жалкую вещицу, как ваш старый пульт, и мастер внутри меня сходит с ума. О чем прикол и чего? Давайте проверим его. Видите, вон ту панель управления. Именно туда вы будете обращаться, когда понадобится взять дрон под контроль. Этот новый пульт будет действовать как пароль. Он даст вам доступ к панелям управления. Хорошо. Конечно, вы можете использовать его по-старому. Но некоторые ситуации потребуют от вас заглянуть на вещи с другой стороны. Хм. Да я понял уже. На другой стороне эти стены есть большая кнопка. Посмотрим, сможете ли вы нажать на нее, пока управляете дроном. Все, бля? Договорил нахуй? Дрон слишком далеко. Что, это удерживаешь шиш, чтобы лететь? А? Чего? Удерживай пробел, чтобы лететь. Я типа управляю дроном? То есть я могу летать дроном. А в чем прикол-то? Ну могу, управлять и могу. И чё?
Настройки дрона. Пускай будет розовый. Хочу розовый. Применить. Назад. Утись, боже мой! Смотри, какой милаш стал. А-а-а, смотрите, какой милаш. Какой маленький. Фиолетовый стал. Вообще, кайф. Так, ну чтоб ты по... А я не могу... Не могу сюда пройти? Что? Так все. Давай. Алло. А. А. Чё, бля? Так, это повернуться. Аккуратненько. Так, это мы нажали. Видите? Все? Ну все. Это было не так уж сложно, правда? Да, блядь, пиздец сложно. Правда, жаль. Это твоя проблема. Нам лучше найти эту зеленую гориллу. Я понять не имею, что задумался Дададу. Но что-то подсказывает мне, что это будет красиво. Не будет красиво, ебать. Конечно, некрасиво. А я бы глаз зачитался. На одной из улиц меня ждут свидетели, а я благодаря тебе должен убирать весь этот беспорядок. Почему бы тебе не поговорить с ними? Да я готов. Я сказал им, что может сам не приду, а пришлю кого-нибудь, и они поговорят с вами. Город освещен, поэтому он должен быть в безопасности от озорников. Не знаю, кто такие озорники. Найти улики, которые могли бы привести к следу Джамбо Джошка. Можете поговорить с Сингионом, чтобы... Бля, ебать. И чего? Все, блядь, спасибо. Могу пройти? Могу. Короче, на паузу ставишь? Google транслятор открываешь, вот так наводишь и читаешь. To Town Square. Ну погнали. Здорово. Я чё такой страшный, что он... Алло. Куда убежал? Ну и ладно. Ну и ладушки. Так, на самом деле надо уже заканчивать. Что-то поговорить. О, да. Уже пора заканчивать. Время-то уже все не детское. Добро пожаловать в городское подземелье. Найдите поговорить со свидетелями. Башка что-то валяется. Привет. Ладно. Оставим это до следующего раза. Найдем свидетелей в следующей серии. Вообще игрушка понравилась, если честно. Но такая необычная, с какими-то забавными головоломками. В целом понравилась. Напоминаю, не забывайте поставить лайк под этим видео, подписаться, включить колокольчик, чтобы не пропустить выходы новых серий. Вот. А у меня на этом все, ребятушки. Всем спасибо, всем пока. Обнял, поцеловал, ушел. Пока-пока.